21 декабря председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов совместно с председателем Совета имамов города Мурадом Исмаиловым провели встречу в санатории «Дельфин» города Махачкалы, жителями Палестины, которые прибыли в Дагестан после начала военного конфликта на их родине. Наша страна необъятна, наши сердца, они огромны, и в наших сердцах найдется местечко для того, чтобы приютить наших братьев и сестер у нас на родине. Конечно, много сложностей мы столкнулись в этой жизни. И дай Аллах, чтобы это все наконец-то закончилось. И на земле Палестины наконец воцарил мир. Чтобы эта беда закончилась побыстрее. Воспитанники детской школы искусств имени Сергея Агабабова города Каспийска, узнав о приезде юных палестинцев, также подготовили для них яркие танцевальные номера. Для того, чтобы поддержать ребят в тяжелое для них время. Организаторами встречи выступило Каспийское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в лице секретаря Каспийского местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахида Джаватова. Они подготовили для детей сладкие подарки, обеспечили гостей республики продуктами питания и теплой одеждой. Мы все знаем, Абдулвахид Джаватович тоже всегда принимает участие в таких акциях, благотворительных акциях. И вот сегодня тоже это его идея была, чтобы мы вместе сюда посетили. И у нас, альхамдуля, получилось. По мере возможности будем еще раз посетить, постараться им помочь. По мере возможности, иншаллах. Это для нас большая честь. Также мы хотим их пригласить, позвать на мероприятие, которое состоится завтра у нас во дворце Али Алиева. Иншаллах. Надеюсь, им там тоже понравится. Кроме того, на встрече присутствовал председатель благотворительного фонда «Инсан» Ансар Курбанов. В завершении мероприятия представители муниципалитета поговорили с жителями Палестины, которые поделились с ними своими переживаниями и поблагодарили их за поддержку.